хочешь? А что такое? А что ты хочешь? У нас еще целый час до ужина. До ужина далеко, да. Я собралась просто все порезать. Вот так вот, да? А дай мне кусочек, пожалуйста. Дай я его. Тут у вас вкусненько пахнет, да? Да. Так. Давай. Хорошо. Давай, сидеть. Давай, да. Дай я побалую кота. Только чуть-чуть. Чуть-чуть и не просто так. На меня, Месси. Хорошо, иди ко мне. Нет, иди ко мне. Я здесь, иди ко мне. Ну-ка, немедленно иди ко мне. Повелительница мяса, я от тебя не уйду. Месси, ко мне. Масюша. Зайка, иди ко мне. Ко мне. Так, хорошо. Стоп. Ты куда пошел? Алло. Вась. Соберись. При звуках флейты теряю волю. Да нет, у меня ничего. Не ко мне, к папе. К папе иди. Да у меня только ручки пахнут. К папе иди, у него мясо. У него кусочек мяса, видишь? Так, спокойно. Теперь давай попробуем. Какой разговор? Иди ко мне. Ко мне. Месси. Да нет у меня ничего, зай. Да у меня только ручки пахнут, а у папы целый кусочек мяса. Какие команды? Я ничего не слышу. Мясо. Вот видишь, у меня ничего так, нет. Еще раз, иди ко мне. Месси, ко мне. Сидеть. Придется тебя слушать. Хорошо. Лежать. Ой, так. Умница. Молодец, на, возьми мяску. Понял, что выгодно слушаться? Давай еще раз попробуем. Я беру мяску, да, беру мяску. Подожди. Давай, иди ко мне. Месси, ко мне. Ко мне. Да отойди от стола, да оттуда все равно тебе не дадут. Идем сюда. Со мной выгоднее. С Машей еще час будешь ждать. Это точно. Иди ко мне. А я говорю, ко мне иди. Ты что за такое еще? Началось, а? Тобой в твоем доме командуют? Иди ко мне. Давай, давай. Будь сюда. Че, гвардейный такой? Месси. Переговаривается с тобой. Потому что он за мясо не работает же у нас. Ты же вот так, мы же гордые товарищи. А ты заслужи до ужина. Хорошо, давай, лежать. Хорошо. Стоять. Ой, ты умница. На, 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 на. Да и все, я помню, пап. Золотко такое. А целуть? Будете? А целуть? Давай, иди мне целуть. Да не буду я тебя целовать. Он мясо дай, да? Так, хорошо. Тут просто мама еще... Ну, отрежь маленький кусочек. Так. Пойдем. Еще раз. Иди ко мне. Пап, у тебя, скажи, один кусочек, а там вон целый таз. Ну его-то не дают, а я даю. Там выгоднее. Так, Месси. Там-то выгоднее? Нет? Там же не дают? Пойдем ко мне. Со мной выгоднее. У меня мясо есть. Да оно тоже есть, но толку никакого. Ух, и гордый, а. Да сил нет. Вот кусок мяса в руке. Я за мясо не работаю. Все, за мясо мы не работаем. Все, гордости в... Я не продаюсь. Я серьезный кот, я не продаюсь. Иди ко мне. Я лучше украду. Я лучше украду, да. Иди ко мне. Ну, иди ко мне. А я говорю, иди. А у меня же мясо есть. Ну, пойдем. Эх, характерный товарищ, а. Да на, есть забирай. Кого. А просто так заберем? На, забирай, Месси, на. На, бери. На, все, ладно, все, не обижайся, на. Я просто отдаю. Это даже не поворачивается на тебя. Ага, только с ушами слушай. Ага. Иди, на, возьми, на, вот, вот, все, можешь забрать. Ты шопа рыжая, хитрая, а. Месси не поддается провокациям. Нет, мы за еду не работаем. Мы за еду вот именно не работаем вообще. Все умеет а делать. А ты что-нибудь сделаешь? Да за кусочек мяса хрен что сделать. Да, вот за кусок мяса мы не работаем. Помы не продаются! Ну, мы все ж тогда до ужина еще час, как я и говорила. Да, час, да. Я тебе предлагал, блядь.